автор пакета N237, дата создания пакета. А вот и тема сегодняшней игры. Бестиарий в мире животных, все в сборе, жанры, игры по моду, игровые студии, косплей, локации, мемы, отзывы, предметы, саундтрек, скриншоты, что закрыта экранизация. Спидран. Скорочтенец. Так, мы начинаем первый раунд. Ты стримить тогда можно. А чё за цифра заспавнилась у меня на экране? Чё у меня за цифры появляются? Что это? Что за цифры, Мейсон? Цифры, Мейсон. Что они означают? Я сначала вопрос с Вескером прочитал. 7 minutes is all I could spare to play with you. PS. Чего так лагает? У меня сломалось все. Нажимай на... Да блин, лагает. У меня Steam Overlay сдох. У меня Steam, короче, сдох, ясно. Он даже не открывается. А если всем попросить бога остановить баги, они исчезнут. Блин, я сейчас прохожу этот душный Бангкок в Хитмане втором. Так уже надоел. Такая духота. А, так это и есть Гонконг. Можешь сокращением написать? А, я знаю. Да, ты можешь словами назвать, потом по апелляцию подашь. Он все равно засчитает неправильно. Хоть как отвечай, он скажет неправильно. Неправильно. Ты напишешь по-английски, да, он скажет по-русски. Напишешь его по-русски, а он тебе скажет по-английски. Блин, все равно придется голосовать. Голосование. Вот она утопленница, Ведьмаке 3 была. В колодце умерла. Полудень. Ну, по сути, тоже. Правильно, неправильно? Я не знаю. Но если ты считаешь, что ты прав, то давай засчитаем. Все, давай засчитаем. Я играл в это. Ну, учти, если кто-нибудь напишет разоблачение на тебя, ты проиграл. Все, да, мы тебя арестуем. В тюрьму пойдешь. Это наш всеми любимый Ундертале. Неправильно, я так не знал. Сейчас на русском напишет Undertale. Ой, боже, ведь реально капец. Я играл в эту игру, ясно. Это фиаско, братан. Да как ты успел? Да у тебя выключай свой авто этот ответ. Хватит. Так если он. А, чужой. Ну это не чужой, ладно. В смысле, не чужой. Это Эли. Это наш знакомый человек. Это нам знакомый. Вы что, не узнали? Какой он чужой? Наш знакомый чужой. Да. Ну блин, выключай автокнопку, хватит уже, все. Сидишь там, весь напрягся, сидишь, прям ждешь. Бестиарий 300. Сейчас кинжебе куамер. Понял. Почему картинка из ДБД? Вопрос. Да ё-моё. А вот сейчас ответь правильно. ДБД это или Silent Hill? Silent Hill. Неправильно. А может ДБД? Вообще-то это чай Липтон, если вы не поняли. А, футбольный мячик. Шарик. Я футбольный мячик. Блин, у меня ПЗ выпало. Подождите, как меня ЗЭ выпало. Очевидно, кто выиграл. Разбор клавиатуры, анбоксинг. А, я вроде понял, сколько игры, и не понял. Так, игры, саундтрек, опять, закончился. Игровые студии 600. Ответ Ubisoft. Это Пудж. Это же Пудж 2.0. Потому что я Пудж. Понятно. А чё надо назвать игру? Да, нет, всех в сборе, которые все. А, хорошо, ладно. По именам, вот они слева направо. Да. Апелляцию, Ваня, ты что? У меня нету апелляции. Вольфа? Ну давай, отправить, но... Понял. Чё, ой, неправильно? Сейчас скажут Хокстон, да? Хокстон, да, Хокстон. Обидно. Хьюстон, новый Хокстон. В смысле? Ладно. Понятно. Игровые студии. Где Ubisoft, а? Я знаю слово. Я знаю! Вас осуждаю. Я тебе говорю, негр. Майкл Джордан. Да в смысле? NBA 2K11 он там. Ну правильно, негр же он, по сути. Ну в каком-то смысле, да. Легенда. Я все его песни знаю. А может просто негром стать? Чтоб как Майкл Джордан в баскетбол играть. Ой-ой-ой. Типичный косплей, понятно. Осуждаю. Максимально осуждаю. Пока попробую. Понятно. Это на русском. Неправильно. Да что вы? А кто он же называется по-другому? Томб Райдер. Да, в смысле Лара Крофт же. Ну это неправильно. Это Томр Райдер. Томр. Томб Райдер. Томр. Томб. А в смысле отклонена, почему? Так Томб Райдер же называется. В смысле Томб Райдер? Так Томб Райдер есть Лара Крофт. Так в русской локализации она никто же не напишет Томб Райдер. Все, я понял. Лара Крофт же, она и есть Лара Крофт. Я думал название фильма имя.
Ну так он же по-русски все равно Лара Крофт будет. Сейчас посмотрю, как он правильно на русском этот фильм называется. Расхититель гробниц. Ну вот, расхититель гробниц. Наверное. Лара Крофт, ну... Так, сколько там у вас денег? 7700 поставлю. Принимаешь? Куда принимаешь? Ты же играешь. Ой. Ой. Ой! Опа, это что надо? А что скрыто? Понятно. Блин, что произошло? А что произошло реально? В смысле? О, понятно, ошибку разработчик создал. Ну это очевидно, ладно. Сюда! Это мне! Это мне! Взял картинку, нам показал раньше ответа, понятно. Вот они слева направо. Аги, Валькирия, Валькирия. Слэдж и бандит. Это их никнеймы в игре. Аги. Эйс, точнее. Эйс слева. Да все, мы поняли, что ты знаешь. Я знаю, засчитаем. Мы не знаем. Не, отвечать словами надо. Что-то надо четвертого искать где-то срочно. Где Олег? Куда он пропал? Он полгода уже не появлялся нигде на радаре. Are you winning, son? Игровой студии. Где мой Ubisoft? Покажите его. Главное, что жопа в кадре. Этот, Доминик Торетто. Бабушка! Зачем имена косплеер что-то пишут? Потом нагуглить что-то. Молоденькие девушки. Ваня, там апелляция, ты где? Ваня! Ваня не тут, походу. Ваня исчез. Ваня, ты где был? Ну так все равно он был, да. А? О-о-о, Татьяна Смирнова надо было написать. Будем знать, хорошо. Давай опять игровой студию. Я Ubisoft, не понял. Ну давай. Наконец-то. Ну не получилось. Да автокнопку выключи. 4. Ну я говорю ж. И камнем вниз, крыши дома. Понял. Сахаку чекай. А что это? Тук-тук, я знаю. Легендарная вообще студия. Я такой тук-тук знаю. Ой, кто это? Есть предположение? Это автокнопка. Джо. Ой. Ба! Хеллоу. Леонардо, в смысле? Порядок не то с Лео Микеланджело, он говорит, Леонардо, ладно, понял. Да опять автокнопка, выключай. Соники. А почему они не вставили, типа, Бажожда, отпустите меня? Бажожда, отпустите меня! Survival, все здесь везде выживать надо. Нет, не говорит понял. Леонардо да Винчи. Не. Выживание русском, сейчас напишет, да. А что? Ёмаска. Dead Space. Лютейший обсёр. Сказал, что с рюкзаком, поэтому я не помню. Это Dead Stranding. Лютейший обсёр, я. Крысы какие-то. Подземелье Акадоса, да? Рогалики. Трогуя лайк, сейчас напишет. Клоун реально, кто ты делал? Опачки. Ставка. Давай ва-банк. Не, спасибо. А вот так? Жестко, не, играй сам. Сейчас выйдешь вперед на два образа больше. Ой. Animal Crossing. Хорош, не играл. Жестко. Говорящий Бенвер, ты не звал? Да. Ну, я просто одиночку написал. Один. Ну, вот ты знаешь. Gangnam Style. Идите сейчас, мы сегодня покажем вам всем, что здесь находится. Вот здесь игроки играют, выйдет, а там понял, игрок что-то делает. Ох уж это РП. Дома слуги. Это так мои стримы выглядят, да? Да. Вопрос оставка. Я ва-банк иду. Жестко. Иногда я думаю, что я могу только долбить камень, лишь я на это способен, когда я пью и дольше докопать копаю камень. Блин, симулятор каменщик. Вот. Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! И на русском раз. Нормально, сейчас комплектно. Так, у вас есть кнопка? Чё, опять кнопку сломал? Она у меня улетела. Кинцо ж, наверное. Ай, блин, Ваня, ты чё меня подслушал? Интерактивное кино. Ване помогли. Мы Ване помогли. Ну, это, наверное, Silent Hill. Да. Да, по-любому. Новая часть, наконец-то они её сделали. Только это аниме. И чё?
Нет, говорит, ясно, понятно. Ставка 1, ну я понял. Сейчас тоже скажу, неправы вы, ясно, понятно. Ставка 2, вы чё? А чё ты ответил? Кеншин Импакт. Ай, боже, ясно. Ну, давайте апелляцию, все подаем. Все подаем апелляцию. Леонардо да Винчи что-то не знает, какой ответ правильный был. Так в смысле, а я... Все, пока. Пока. Ай, боже. Спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока. До свидания.